Здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Hellplay, и мы с вами сегодня продолжаем играть в Mario Kart 8. И я это записываю ночью, поэтому соседи на новой квартире меня явно выебут в рот и в жопу. Завтра, вместе с ментами. Или сегодня, во время прохождения. Ну, нас это никогда не останавливало, вы знаете, что Серега тут еще козлина и любит попортить понт соседям любит попортить. Вот, сон соседям любит попортить. И именно сейчас мы этим и займемся в нашем прохождении. И будем гнаться за рейтингом в прямом смысле этого слова. И перед тем, как мы продолжим, давайте на счет 3. Раз, два, три. Сбручаем. За ваше здоровье. Какой прекрасный напиток. Я, знаете, вечерком люблю попить газировочки. Вот чем грешу, тем грешу. Так, а мы с вами... Давайте... Так, стоп, это плохо. У меня включился другой контроллер. Нет! Нет! Только не это. Вот это, включи контроллер. Ай да молодца. Идемте онлайн. Кстати, друзья, у меня открылись новые шмотки. Ну, помните, мы там играли, монеток набрали. И, оказывается, у меня шмоток, зашибись, открылось. И, блин, я сейчас вам покажу. Мы сменили тачку, у нас параметры не изменились. Но зато мы сменили с вами, это как его, парашютик, на котором, ну, как бы, опускаемся плавно. И сменили тачку. Вот, видите, тачка какая у нас теперь. Вот помните так, ту, которую хотел? Мы, оказывается, ее тоже открыли. И давайте по порядку, сегодня будем играть принцесской. Вот, короче, вот так, и вот такая, кстати, у нас штука. А, нет, я хотел... Вот такая у нас штука сегодня будет. Вот такая точила у нас крутая, теперь мы выглядим более пафосно и угрожающе для других людей. Давно я не играл в Mario Kart, уже сколько, когда был последний выпуск, я уже точно не помню, но замок Боузера сразу выберу. Но сейчас я готов нападать 7 люлей, наверное, первую трассу я немножко снова привыкну, а во второй я уже буду вешать 7 люлей. 8 человек всего, почему? Почему? Время 2.37, такое неудобное. Вот часа 4 будет, америкосов очень много. И, но мы не доиграем до этого времени, поэтому... Двое из Чешской Республики, блин, по-моему, их первый раз встречаем. Ну, естественно, 4 из Соединенных Штатов и из Канады один. Эй, сраный русич один! Меня сейчас, знаете, мне кажется, меня многие подбивали в Mario Kart, ну, типа, потому что я русский. Ну, знаете, типа, это угарно. А, русского подбил, сраный русский. Ну и так далее. Мне кажется, ну, что-то такое было по-любому. Знаете, многие, может быть, даже держали оружие, чтобы меня подбить по приколу. Ну, знаете, такое бывает, когда там, допустим, играешь, и в России где-нибудь, да, там, допустим, и какой-нибудь один американец, и как бы, или из другой страны, ну, и типа, в прикол его там, подбить или что-нибудь такое сделать, не так прикольно, как на теме, кого и так много. Ну, знаете, какое-то такое, типа, оригинальность, такое разнообразие небольшое. Так, Сергей пока идет на 4-м месте, несмотря на то, что он дно сам по себе, так еще и немножко забыл. Не то, что забыл, а сейчас ручки привыкну, знаете, как говорится. О, у нас 3 черепахи! 3 черепахи. Опа, видали, меня защитила моя черепашка, вот самонаводящаяся. На! Видали? Видали? Я ж этот, как этого, снайпер типа. А первый, смотрите, как он далеко, он там сейчас только что... Ой, мы прямо... Ну, у нас прямо, ребята, прямо супер. Опа, нас защитил панцирь, это самонаводящийся. Давайте подобьем нашего друга, который бежит впереди. Кстати, мы еще раз защитил наш панцирь от еще одного. Так, а этого парня подбило, да, вот монетки его. О, гудок. Гудок у нас есть. О, чертов этот, ну вы... На! Ха-ха-ха-ха! Будешь больше кидать меня, будет больше люлей. Так, ладно, он пошел туда. Эх, друзья, у меня, кстати говоря, голова немного болит, у меня вообще голова часто болит, надо проверить либо зрение, оно у меня, кстати говоря, было всегда хорошим и никогда не падало, но старость не радость, и, возможно, она упала у меня зрение, поэтому у меня болит голова, и мне нужны очки или линзы. Или же у меня просто головные боли, потому что у меня плохой распорядок дня, я не высыпаюсь, просто я как бы не вижу ухудшений зрения. То есть, я вижу прекрасно, я не щурюсь, ничего там, ну, мне не надо отсаживаться дальше или приближаться. Как раньше видел, так и вижу, то есть ничего неизменного, все четко. Поэтому, скорее, конечно, всего это из-за неправильного распорядка дня, недосыпания и так далее. Вот, ну ничего, мы это скоро с вами исправим, как Сережа сейчас работа разберется. У меня, знаете, как работа? Да сука, блядь, как... Да... Нет, вы это видели? У меня еще и все монеты выбили. Вы это видели? Нет, вы это видели? Вот, это просто ужас. Блин, как плохо. Прямо две мне влепи... О, боже, еще и мини дали эти. Еще тут как повезло ему, что ему это далось. Ууу, как все плохо. Ууу, просто... Так, ага, спасибо.
Так, еле-еле вписался я в повороты. Только взял. Ну что ж за твари? Еще и не ускорился я ни черта. Давай, сука! Ты сука! Ты, блядь, четвертый! Вот мрази блядские, суки, пидоры! Короче, объединились и такие, на мне два раза. Ну ладно, они, конечно, не объединялись, но мне дико не повезло. Два раза подряд. Я просто на месте, я сколько очень долго стоял. Я во вторым, кстати, пришел, наверное. Еще видите, как ракета прям перед нами сбила ворчащий вулкан. Гон ворчащий вулкан. Блин, ребята, сейчас выйду, давайте нам ком... Да нет, это не серьезно, стоп. Да. Не будем играть в этой комнате, что-то 4 человека в задницу. Давайте найдем побольше народу. Во-первых, как они девушку могли обидеть? Это что за мужики такие? Это типа не мужики, они типа ненормальные. Типа бить женщину просто за то, что она вас обгоняет. Это все равно, что бить ее за то, что она больше вас зарабатывает. Это пиздецки тупо. Так, я не понимаю, а в чем проблема? Почему так мало народу? Так, давайте попробуем регион. Что за бред? Может это... Может он как-то сортирует по интернету и меня кидает для какой-то срани, у кого плохой интернет, но здесь у меня интернет очень хороший, кстати говоря, на новой квартире, это даже очень странно. Он реально очень быстрый. То есть, прям охренеть, какой быстрый и... Не уверен я, конечно, что это из-за этого, раз там подсоединяет вообще из каких-то звездка левых стран. О, мелодиодром. Мелодиодром, вернее. О, видали? Вот здесь у нас... Смотрите, какая бородатая баба. Это же это с Евровидения, она тоже тут играет. Но вот это другое дело, у нас 11, друзья. То есть почти полное. Давайте всем привет. Где привет? Привет. Привет. И такой, смотрите, злой сразу такой. Я один люблю мелодиодром. Это моя последняя игра. Как это никого не волнует. Ездить мне вообще плевать. Ездить плевать. Ясно. Дайте удачи пожелаем. Никто тогда не... Да, у нас 11, так получается. Да вы что все любят этот дебильный левел с машинами? Блин, я не люблю эту карту. Она какая-то... Она не такая красочная, не такая прикольная. Ух, смотрите, сколько... А вот здесь доминируют немцы у нас в Европе. Поэтому по численности Nintendo. Смотрите, 6 немцев, 1 испанец, француз, 2 из Великобритании и, естественно, Russian. А, выпало же это, точно. Это здорово, что это выпало. Это нормальная карта. Так, Гаску. Да, я оставлю вас позади. Видите, у меня классная тачка. Я на нее не насосал отнюдь. Шутка в тему. Тихо, нет. Да что ж ты, блядь, вот ж мрази. На тебе, тварь. А, и тебе вот еще у тебя кто-то. На тебе. Ой. Ага. Сережа довыебывался. И теперь вообще 11-й, последний. Давайте вот так кинем. Так, ладно, сейчас Серега возьмет реванш, и мы с вами без проблем еще доедем. О, это потому, что мы типа лохи, нам дали крутое оружие. Это прям супер круто. Ладно, давайте начнем. Вот самонаводящийся сейчас выпал мне. Так. Давайте вот туда закинем. Опа! О, сейчас выпала звездочка. Вернее, их можно подлавливать здесь, но... Мне лень. На, опа! Как удачно я успел. На тебе! На! И давайте вот туда мину кинем. О, смотрите, как я подбил. И я уже 8-й, блядь. Охуительно просто. О, кому-то не повезло. Чертов кальмар. Так, тихо. О, да. Да, парень, такое случается. Едешь себе, едешь, и потом хоп, какая-то херня колючая вырастает. И ты в нее хлоп, блин. И все. Так, нужны монетки. Нужно больше скорости. Монетки. Больше монеток. Давайте, вот здесь можно газку придать. Вот так! Да! Я ему не дал оружие, сам взял! Аха-ха-ха-ха-ха-ха! Аха-ха! Ну, типа, это злобный смех, я не могу слишком громко. Так бы я бы это сделал более артистично. Сучка!
сука, сучка, есть хардин, дандарада. Блять, какие же они твари. Блин, девятый, чё за говно? Блин, всё, мы сейчас, короче, должны отдаться гонкам, отдаться скорости и поднять монетки. Так, ладно, сойдёт. Давай. Как вам это, сукины дети? Две сразу, чтобы никому не досталось. Смотри, как тут все в куче едут. Вот там опасный парень с двумя бананами. А, смотри, как он закидывает. Ну хорошо, кстати говоря. Опа! Ух ты, чуть по мне не долбанули. О, превосходно! Кого-то еще и вырубили. Вы, пацаны, вообще ребята, короче. Ах ты тварь. Так, сейчас наверняка что-нибудь пульнут. Я тебя обгоню. Да, пошел в жопу, черепаха. Да. Ты будь, меня еще какая-то черепаха обгонять, блядь. Я черепахами кидаюсь, блядь. Я тебе настолько брутален, что я могу сказать, знаете, не как типа, да я таких в школе, как ты, типа там. Вот. Или что-нибудь типа того. И я такой говорю, да я таких, как ты, кидал, блядь. Так вот. Это звучит, кстати, двухсмысленно довольно-таки. Кидал. Ну, типа, как бы обманул, что ли? Нет, мы просто кидали. Давайте, замок Гроузера. 4, 8, 12, да! Вот сейчас европейский регион рулит. Черт, один вышел, паскуда, предателем, как троянский конь. Только из него никто не вышел. И это, наверное, хорошо. Было бы странно, если у него кто-то вышел. Женщины, как троянский конь. Они рожают детей, это фактически... Ну, вы понимаете... Ну, Земель Грузия, Ленин Климер, это, кстати, тоже хорошая карта, мне нормально, это где вот эти вот штуки, которые давят тебя, помните? Итак, опять у нас 6 из Германии, 1 из Франции, 2 из Великобритании, 1 из Австралии, наконец-то мы увидели, что... И один русский! Блять, подумаешь, что я совсем тварь, у меня еще такой персонаж, типа, злой, под демона сделан. Они такие подумают, Русич, Хрусич, Русич, Девиль, Сивайн. Давай, поехали. Отлично. О, черепаха! Черепаха, ты какая-то такая дерзкая. У тебя панцирь колючий. Знаете, я как бы ничего против пирсинга не имею. О, ах ты сука, на тебе! Да! Я заберу твои деньги. Вот такой я крутой парень. О, спасибо, что ускорил меня, бро. Это было так мило с твоей стороны. Оп, это еще не открыт. О, там кто-то, смотрите, расшвыривается огненным цветочком. А мы тут немножечко газку дадим. О, чуть, о, как хорошо, что взрыв прошел, когда я уж, типа, мне, типа, я уж проехал, когда... Опа-на, опа, как я вписываюсь в повороты! Так же, как я вписываюсь на левой вечеринке, представляясь другим человеком, чтобы бесплатно пожрать. Да, я говорил, что я уёбок. На тебе, назад вам, козлы. Я иду слишком высоко, чтобы какие-то ублюдки... свергли меня. Так, три банана, это мы оставим. Три банана очень-очень хорошая штука, когда ты идешь вторым. Так, у нас, кстати, 10 монеток, и это не может нас не радовать. Опа, сальто назад. Да, я такой, это, я, знаете, это, лихач. Опа. Опа. Мы пока бананы держим, а первый он прям угнался, так вообще ж прям. Прям с ума сойти, главное не обосраться на таких срезаниях углов. Так, последний, хорошо, второе, это неплохо. Я не буду пытаться взять в ящике что-то дельное, чтобы подбить первого и вырваться на первое место, потому что три банана обеспечивают нам определенную защиту от тех, кто сейчас будет нас пулякать сзади, а они будут такие. Сейчас кто-нибудь подкрадется, и чтобы вырваться, он обязательно это сделает. Вот, видите, самонаводящийся. Но, слава богу, нам трамплин помог в этом случае. Улетело куда-то в другое место. Да, но первый тут пацан гонит прям вообще. Пацан вообще ребят. Он прям нормально. Нет! О, слава богу. Так, я не буду срезать, друзья. Пожалуй, нормально у нас по скорости. Опа! Нет! Да! О! О боже! О боже! Это было жестко.
прям пролетело мимо, так еще и назад панцирь кинули. Сейчас могло все закончиться чрезвычайно плохо. 24 очка. Русич надрал зад большинству, блядь. Вот так вот. Мы не самые хреновые русскоговорящие. Знаете, есть такая очень поговорка хорошая. Неважно, кто вы. Не помню, что, по-моему, генерал какой-то сказал русский. Неважно, говорит, кто вы. Я к чему сейчас поговорку говорю? К тому, что она очень хорошо характеризует, на самом деле, положение вещей в мире. Так вот, неважно, кто вы там, узкоглазый, черный и бла-бла-бла. Типа, если вы говорите, для них вы, если вы типа русскоговорящие, типа, для них вы все русские. Как-то так. Вот, это, кстати, я к тому, помните, когда говорил, что вот в Европе они, иностранцы, они часто им плевать, там, украинцы, белорусы или казах, ну, то есть казах, неважно, они говорят русский. То есть они слышат русскую речь, русский сразу, это для них не имеет никакого значения. Кстати, на королевскую трассу, это ж типа моя, я ж типа королева. 4, 8, 10... Да блин, чуть-чуть же один остался на королевской трассе, хочу королевскую трассу. Так, новенький у нас никого, один, кстати говоря, вышел у нас, австралиец, нас покинул, он такой подумал, этот русский я, самый русский тут, он надрал мне зад, я уйду отсюда, к другим австралийцам. Давай, зажигаем. О, как мы погнали. Кстати, эту черепаху мы надрали в одной из карт, то есть он же не всегда рулил. Это он на той карте он победил, видите, он первый. Это он тогда типа, о, ни хрена. Так. Даже не знаю, хорошо ли, что мы первые идем. Просто учитывая положение вещей, нас сейчас растарабанят так. Вот, пошло, поехало. Нам самонаводящуюся уже кто-то пустил. Но она до нас не долетела. О, смотрите, мотоциклист. На! Ах ты, сука! Ах ты, изворотливая гнида! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отлично! Слушай, ты меня, может, спас, ты как знал, что там у кого-то выпадет. Кстати, у меня такая игрушка есть. Если кто не знает, не видел ее, посмотрите в этом. В группе есть фотка, я выкладывал на стене. Вот, вот этот панцирь у меня есть, прикольно. Тихо, 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 прошу тебя, не свались, спасибо. Так, давайте добавимся еще одну монетку. О, нет, самонаводящийся, Тут, конечно, блять, ну это пиздецки нас, конечно, тут огрели. Из-за того, что мы потеряли скорость, и уже просто было не разогнаться. Это насколько же мы всех обогнали, что, смотрите, мы сколько простояли, и мы только... А, давай, на! Да, отлично. Я типа как коварная проститутка. Не сказала, что у меня спит и переспал с клиентом. Поэтому видали, какие видали? Вот так вот, да. Так, это очень сейчас ответственный момент. Нам нужны монетки. Я лах, короче, и не прыгнул, и монет... Да что за проездка, что такое, блядь? Заебали эти дауны, которые идут десятыми, твою мать, и пуляют, портят нормальным людям жизнь. Сами не могут, другим не дают. О, боже, как хорошо, что я тут полетел. На тебе, сваль! На тебе! Да что ж такое, что ж ты такой... Джо-джо, блядь, француз долбанный, иди пуделей стриги! Так, пожалуйста, сука, только хотел сказать, пожалуйста, назад не пусти. Ну это пиздец, охуеть, мы шестые. Нет, мы пятые. Нет, мы шестые. Бля, как это бесит! Как бесит, как всякие лузеры выбиваются из говна. Ну, когда, знаете, типа, недостойны этот. Такие националистические заявления, просто нацистские, какие-то фашистские, я бы даже сказал. Вернее, не нацистские, а фашистские, да. Просто видите, как тебе начинает бухать тебя все, и все в тебя летит. Мелодиодром! Да, выбирайте этого чернолицевого малого, я хочу мелодиодром! Мелодиодром, я сказал! Да, блядь, мелодиодром, дебилы! Мелодиодром! Давайте, вы двое, мелодиодром! Паскуды! Как я еще могу с ними разговаривать после этого? Победит справедливость, мелодиодром будет. Твари, справедливости нет. Нет справедливости.
Так, испанец разобрался, все немцы, одни немцы кругом, блядь, в Великобритании. Естественно, русский еще с ником Hell yeah. Что за урод такой, Hell yeah, блядь. Хотя, кстати говоря, у меня много зрителей из Германии, потому что там много наших русских, и, возможно, кто-то играет сейчас вместе с нами. Я такой, о, это же Hell yeah. И буду типа оружие, короче, копить, чтобы его подбивать, потому что прикольно будет его подбить и потом увидеть на летсплее, типа га-га-га. Ну, понимаете. Давайте, тут зато музяка прикольная. Ту-ту-ту-ту-ту, она когда настраивает тебя на победу. Когда ты идешь на 12-м месте, блядь. Нет, уйди отсюда, ты не достоин победы. Я дочь короля, что, не знал об этом? А Марио меня все спасал. В надежде, что я ему дам. Но я люблю Брэда Питта. Я не люблю Марио. Я тупая пизда, я люблю клубы. Люблю клубы и так далее. Я не люблю Марио. Люблю кокаин. Но не Марио. Так, ладно. А, кто-то сзади. Типа, хотел подпулять нас, но мы настолько крутые, что панцирь такой. Не-не-не, этого парня. Мразь. Ты поплатишься за это. Пошел нахуй отсюда. Давайте монетки, мне нужны монетки, мне нужно золото, а я корыстная сука, мне нужно больше золота. Так, наехать бы на гриб его, как бы это пошло не звучало, наехать бы на его гриб. Да, дети, сейчас вам придет, а, нет, смотрите, они все сразу на обочину. Потому что знают. Кто-то ракеты кто-то летит. Давайте, ну, ускорялки. Поехали. Мы седьмые? Это ж насколько они оторвались. Я вообще думал, что иду где-нибудь там первый, второй, но я седьмой. Я просто лах. Нате. Теперь настало мое время применять всякое говно. Ух ты, смотрите, сзади стреляют. Вернее, назад стреляют, хотел сказать. А, вот они все, видите, толпой едут. Сейчас. Я тебя обгоню. Да! Нет! Суки, нет! Нет, как вы, блядь, принцессу посмели обидеть, мрази! Седьмой прям перед фильмом. Вот просто это было вот так. Даже, наверное, вот так вот. Господи, даже дорогая машина мне не помогает. Сергей, какая бездарность. Нет, кстати говоря, Сергей нормально рулит, просто видели эти твари, они просто завидуют моей красоте. Я принцесса, они завидуют. Ледяная страна? Так, что-то мало ее было, дайте попробуем. Может, обновление какое-то было и ввели новую карту? Кстати говоря, у Nintendo, у них обновление игр постоянно и добавляют контент постоянно. То есть новые карты, новых персонажей, прикиньте, и прям как на компе, очень прикольно. Например, на PlayStation и Xbox такого нет. Они там типа либо DLC выпускают, и то за деньги, либо еще что-то. А тут игру очень долго поддерживают, вот даже Super Mario Bros. Поддерживают уже 2 года. И там, то есть идет обновление, и могут добавить что-то новое, абсолютно бесплатно, просто обычное обновление. И круто, вау, какая красивая карта, такая новогодняя. Что-то я так снег хочу уже увидеть. И Новый год. Так, давайте. Так, Сергей что-то плохо газанул, так подпернул немножко, и не более того. Надо было выпить слабительное, тогда все было бы в порядке. А, мы играли на ней, классная карта. Офигенная, мне она очень нравится. Только я, к сожалению, не помню прям вот именно трассу, но саму карту я помню. Ну, короче, понимаете. Именно расположение всех поворотов и так далее нет, но что такая карта есть, и что она не понравилась-то, да. Но она мне сейчас нравится. Держите вам мину назад, упырки. Так. Вот так вот возьмем. О, спасибо, что не взял монетки. А что это они типа... А, они что... Смотри, там можно же не объезжать, точно. Да, можно не обижать, сказал Сергей, врезался, твою мать, затормозился и ничего не добился в итоге. О, господи, блин, нельзя брать бабу за руль. Это все не к добру. Я же должен скинуть на кого-то, понимаете, свое неумение играть.
А вот еще, да, круто. Водичка. Девятый, что со мной не так? Да ладно, ты еще и оружие у меня забрал, тварь. Ого, там. Как они вот тут проезжают? А, у него было ускорение. Я думал, что здесь чуть покороче. Так, мне нужны эти монетки. Я их просто оставлю здесь, подберу потом. Надеюсь, никто не украдет. Ах, так, тут еще трамплины. Вот я трассу не знаю, и это очень плохо для меня закончится. Так, о боже, я испугался. Да ты стоп, за что? Давай, давай, на ускорялках. Тащи, принцесса, свой толстый зад. Поехали. Давай, давай, дай подобьем. Да, и вот тебя, да, все вы, суки, горите в аду, блядь. Иди сюда, мразь. А, смотри, он далеко был, его не догнать. Да что ж такое? Кинул назад он. Да. Не фонтан, что скажешь, не фонтан. Вот херня-то, блять, а. Чьи-то великаны катаются. 7 очков, ладно, мы были просто в шаге от того, чтобы просрать очки. Слава богу, мы этого не сделали, а еще и даже сумели заработать. Мы с вами, знаете, из любой, как глист скафандр, электродром, да, тоже прикольно. Давайте, я люблю дромы всякие, электродромы, порнодромы и так далее. Привет, девочка, переросток. Так, что, а уже все, нифига, какие они активные тут. Прям зашибись. Кто-то вышел, да, ведь? Да, один вышел, паскуда. Да! Вот это самая трасса, дром. Хочу поездить на ней. Испанец и два великого... И просто одни немцы. Просто одни... Немцы заполонили планету. Они заполонили планету. Сраные ублюдки. Поехали. Прикольная трасса, блин, ну, красочная такая, интересная, не то, что вот та, с тачками. Но ее почему-то так все любят, не знаю, вот я, блин, у меня все были вкусы различимы с толпой. Не знаю почему, наверное, я какой-то дефективный. Вперед! Давай, мне тут газку дадим. Вот так вот, и вот так. Опа, я молодец. Вот, чуть-чуть у меня не обманул. В банан и мину промахнулись. Наверное, как было парню обидно, что мину просрал. Ох, кто-то там, смотрите, нам на этот, прям на перекос. Так, ладно. Нет, пожалуйста. Блять, просто суть супер универсальная. Смотрите, сразу седьмой. Вот просто со второго сразу седьмой. Толпой едут неудачники. Сейчас мы их долбанем, пацаны. Мы так это не оставим. Мы будем мстить, и наша месть будет невероятно страшна. А даже мстить-то не пришлось, и уже их обгоняем. Так, вот он кинул в нас. На тебе теперь, на! Ах ты, обезьяна юркая! Сука, мартышка долбаная! Надеюсь, я кого-то там, блять, опять... А, все, не на меня. В другого выбрала. Так, теперь у нее три банана, это очень стрёмно. За ним желательно никто не телиться. Нет, нет! Фух, я чуть-чуть его не задел. Так, отлично, его немного того. Да, давайте назад кинем мину. Опа, это было опасно. Так, опа. Давай, поехали. Давай, кусай эту тварь. Давай. Есть!
нехуй ехать впереди меня. Нет, нет, пожалуйста. Так, ладно. Тут прям ответственный момент. Да черт ты будешь делать. А, все. Самонаводящаяся была. О, отлично, так и надо, молодцы. Да, Гаскот. Ах ты, сука, смотри, он обогнал меня, у него, ему выпали эти, прикиньте, ускорение, он наискось проехал. Повезло, повезло, обнял бы их. Блин, ну ладно, третий, это тоже хорошо. Очков много дадут. 19. Больше даже, чем тому, который на втором месте, потому что, видите, с какими пацанами играю крутыми? По 2000 там рейтинг. Мы их обгоняем, кстати. Классно, да? Вот. И, ну, правда, есть еще парочку по 900, и, кстати говоря, они идут в самом хвосте. Но, видите, мы на уровень 2000-то играем с вами, раз опережаем тех, у кого там 200 и так далее. Трасса Марио, давайте поиграем. По-моему, будет прикольно. Так, стоп. Стоп, нас очень мало. Нет, мы не будем играть. 4, 6, 7. Бля, нет, мы не будем играть, ребят. Извините, мы не будем. Да, простите, я понимаю, что, конечно, я бы... Мне бы... О, новая деталь. Мы сейчас не посмотрим, правда. Я ее обязательно покажу, когда мы закончим. Давайте сейчас попробуем найти побольше народу. Всемиром гонять не так весело, как там в десятером хотя бы. Больше конкуренции, больше внезапных моментов. Давай, пожалуйста, здесь должно быть 10 минимум. Раз, два, блять, 8, 9. Ну, 9, ладно, 9 норм. Тут можно и подождать, всего 3 не хватает. Королевская трасса. Давайте, королевская. Блин, чего вы всякие трамваи выбираете? Машины, трамваи, автобусы. У вас что, в железнодорожном депо, что ли, отсюда собрались? Вот так вот, а победил вообще, отлично, хотя бы это победило. Ох, и разнообразие. Два испанца, швейцарец, норвежец, австралиец, француз, итальянец и русский. У нас просто интернешнл какой-то. Попытаемся их надрать. Фактически это мировая такая гоночная. И мы в самой жопе. Ну так всегда, знаете, русские не спеша начинают. Сейчас я им покажу, где раки зимой. На тебе, паскуда, вот так русские потом атакуют. У нас ядерное оружие. Думать надо было перед тем, как с нами воевать, козлы. Ладно, и все, и кончилось. Хочу. Хорошо, мы идем третьими. Нормально. Так, прыжок. Сейчас мне полетят ракеты по сценарию. Не в кого-либо, а в меня. Может, они просто завидуют моей машине, я не знаю. Надо, может, машину подешевле поставить. Опа. Так, это хорошо. Так. Сейчас я сделаю по-хитрому. Сейчас я прям перед тем, как взять ящик, чтобы я третьим его взял. Ну-ка. Вот так вот. Да, мы получили... Что-то более-менее нормальное. Поехали. Все, 10 монеток. У нас мы вообще молодцы, заряжены. Опа. Ой-ой-ой, мы слишком быстро едем. Видите? Так, ладно. Какого-то неудачника там молния была. Давай, Сергей, в разворот. Нам нужны монетки. О, сразу третью, зашибись. Восстановили потерянное, это хорошо. Опа! Это было прямо. Так, там банан поставили. Видели, как поставили банан? Давайте один назад кинем. Кстати, мы кого-то подбили. Она когда радуется, она подбивает, значит, кого-то. И давайте еще один. Хотя, наверное, зря их скинул. Их надо было как защиту использовать. Ладно. Так. И вот так. Опа, самонаводящийся на меня. Сука ты, мразь. Ладно. У нас хотя бы есть цветок. Да это ж просто жесть. Давай, монеты.
прям исчезли перед носом. Нет! Отлично. Все, мы вторые. Прям смотрите! Почти нас задолбило. Еще бы чуть-чуть, и могли бы стать далеко не вторыми. Блин, нормально, нормально, сколько рейтинг поднимается у нас быстро, друзья, это прям офигенно. 15 очков, полторы тысячи уже скоро, мы прям... 6200! 6200, господи, шо за задрот, ты ж с хохон играл-то, а? Чтоб 6200 набить, даже если приходил первым, это ж пиздец. Такие задроты здесь есть, эти целыми днями сидят и говорят: «Трасса Радуга! Где пони? И какают радугой!» Блин, чё вы не любите эту трассу? Крутая же! Почему их не... Блин, нас мало так, ладно. Ладно, давайте сыграем, так и быть. Охренеть, и блядь, какая-то выпала вообще. И мы все еще в поисках русского, понимаете? У нас мы еще русского не увидели. А что такое? Я вот не понимаю. Никто у нас не покупает Nintendo. У всех нет лишних денег. Все покупают там PlayStation, Xbox. Но никто не покупает Nintendo в России. Просто единицы. Карта в тематику Donkey Kong. Опа! Уии, какая верная карта. Тут играют вот эти парни, еще проблемные. Вот видели, один свалился, не выдержал их шаманского танца, такой, ну в пизду, блять. Хлещи дерьма я еще не видел. И решил совершить самоубийство. Кстати, там очень сокращение было крутое, я о нем только сейчас узнал. Назад! Ага, я сбил самонаводящегося. Ай да хитрожопая баба. Так, надо не забыть про то сокращение. Видели, как он оторвался из-за него? Это... Такс. Давай. А вот в чем, кстати, сокращение? Давай нам газ... Ага, давай, кусай воздух, давай. О, и исчезло прямо перед ящиком. Ну, превосходно. Просто все как надо, все как по маслу. Опа. Так, тут опасно немножечко делать газ, потому что будет управляемость плохая. А вот здесь самое оно. Так, вот оно было сокращение, к чертовой матери его. Три самонаводящихся, друзья. Вот мы будем, короче, с ними сейчас теперь ехать. Будет наша защита от всяких куколок, которые наверняка нам будут устраивать наши конкуренты сзади. Вот так вот. Улетели. И напоследок мы, кстати говоря, сможем этого парня долбануть. Ну-ка. Нет! Ясно. Сергею лучше не пользоваться вот этим сокращением. Кстати говоря, там надо как-то по-особому будет развернуться так удобно. Поэтому ладно, я не буду его сейчас использовать. Парень натренированный, ему только разрыв увеличить. Опа! Да! Как кстати! Ну-ка, давайте ему тоже пустим. Будем побеждать его тактикой. Только я его не вижу, если честно. Чтобы побеждать его тактикой. Рискнул я. А, вот он, подбитый был. Да сука, мразь! Давай! Ладно. Короче говоря, мы были близко. Но поверху я его точно не обогнал. Это был единственный шанс. Еще у меня было ускорение. Поэтому... Ну ладно, блин, я плохо очень въезжаю вот в этот. Видите, ту секретку я не знал. Он получил тоже определенные преимущества в расстоянии 13. Ну да. О, давайте еще больше рейтинга. Наша прелесть. Так, ну давайте, ребят, если здесь будет мало, я уйду. О, вы не услышали, и сразу 9 человек. Трасса Марио.
It's a Mario! Давайте, пожалуйста, давайте трассу Марио. Это будет весело. Мне так нравится вот этот заворот крутой, хочу по нему проехать. Видите, который на картинке, на превью карте изображен? Вот это прикольно, блин. Давайте, пожалуйста, трасса Марио. Марио, хочу посмотреть, что это за карта. Да... Да! Да! Трасса Марио. Бородатый мужик вытащил нас. Он выбрал трассу Марио. Бородатый тащит. Германия, Северный Рейн. Вестфалия. Ну? Так. 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 А, чуть-чуть раньше надо было, ладно. Нос зачесался, как не вовремя, господи! Сейчас честно нос чешу, о боже. Спасибо, что поправили меня, пацаны, которые едут со мной. Так, ладно, сейчас теперь настало время дать жару. Опа, кто-то об меня стукнулся и только повредил себя. Вот, еще одного я повредил. Коварный повредитель я просто. Так, я бы монетки бы хотел взять, если честно. Вот так вот. И вот. А, смотрите, как было близко. А, так тут не проехать, да. А, черт, как ты все неправильно сделал. Но при этом я все равно на коне. Так. Вот так вот, да. Да, детка, именно так. О, господи, какой я крутой водила. Может, бомбилой поработать в Москве? Мне кажется, было бы весело. Если я также пытался боком гнать. Так, давай. Вот сюда. Да, и вот тут я, короче, как наглая проститутка, нарушающая правила дорожного движения. Все равно не вырвалось больше третьего. Опа! Это вообще не повезло, пацану. Он так к успеху шел, а ему тут и не повезло. Настало время телок. Завидуйте мне. Но не подбивайте, просто завидуйте. Оставлю панцирь я при себе. Знаете, есть такая поговорка. Держи панцирь при себе. Так, лужа. Да пошел ты, черепаха. Панцирь тебе не поможет, ты ведь не ниндзя. Давай, давай, швайн, швайн! Мы первые! Как давно мы не приходили первыми, никогда. Теперь мы первые. В честной, жестокой борьбе. 1500 рейтинг у нас теперь. Друзья, ну мне кажется, это просто элитнейшее завершение наших погонялочек в Mario Kart. Мне кажется, лучше не придумаешь. Мы просто на трофейной ноте просто, на триумфе заканчиваем, уходим на пике. Вот, ну как я и обещал, обязательно покажу, что же нам дали с вами за деталь. Ну-ка. О, посмотрите, что нам выпало. Так. Это интересно. Так, в чем различие? Давайте посмотрим. А, например, в скорости. 4 с лишним. Блять, ну он такой крутой. Нет, тихо, вот так. Блин, он такой крутой, что я даже... Управляемость массы меньше, управляемость ускорения, проходимость. Ускорение лучше, да? Лучше ускорение и, блять, управляемость заметно лучше. Блин, давайте возьмем его. Я думаю, все будут рады немножко поменять наш вид. Мне кажется, прикольно выглядит. Такой дерзкий, прям под Хэлла, огненном стиле. Крутой нам выпал. Здесь постоянно выпадают они рандомные, по-моему, короче, кому что попадется. Вот, было прикольно. Друзья, что ж, на этом мы и завершим. Большое спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы провели этот часик уютно. С вами был Сергей Хелье. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйте друзьяшки.
ВКонтакте. Вступайте в группу ВКонтакте и группу в Стиве. Много чего интересного. Зайдите, сразу не спешите этого не делать. Просто зайдите, посмотрите, что у нас там. У нас много разных альбомов, где люди дурачатся, выкладывают всякую крутую шняшку на тему проекта. У нас просто информация полезная, когда выходит ролик, когда нет. А на группу в Стиве важно подписаться, потому что она уютно и удобно напоминает вам, когда вышел новый ролик. Вы можете быть в игре, и у вас маленькое уведомление справа всплывет, что вышел новый ролик. Вот так вот мы устроены, да. И вы будете знать, что, о, я могу сейчас доиграть там с другом или один, и потом посмотреть выпуск. По-моему, очень здорово и ненавязчиво. Ну, давайте, с вами был еще раз Сергей Хелье. Удачи вам, счастья и здоровья. Всем пока.